25 августа нынешнего года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал распоряжение о подготовке к празднованию тысячелетия города Бреста, а потому работа предстоит серьезная, долгая, ответственная. С этих слов председатель горисполкома Александр Рогачук начал разговор с руководителями предприятия организации Бреста. Впервые собрал всех руководителей города с таким одним вопросом, очень важным для всех нас вопрос, по сути дела, подготовки к нашему тысячелетию в контексте участия каждого субъекта хозяйствования, каждого руководителя в этом очень благородном процессе. Приятно видеть отклик наших руководителей, приятно видеть их инициативу. Я уверен, что у нас все получится, что отношение к городу каждого субъекта хозяйствования, каждого учреждения будет показателем его и успешности, и его гражданской позиции. Потому что никаким распоряжением республиканского органа нельзя подменить очень важный элемент развития города, инициативу самих граждан. Разработан план мероприятий, которые уже проводятся и будут проводиться в связи с предстоящим ярким событием. Его направления самые различные: западный обход, строительство новых инфраструктурных объектов, хосписа, благоустройство набережной, возведение социальных объектов, конечно же, завершение всего, что было начато и находится сегодня в активной фазе строительства. Алгоритм действий на 3 года выработан. В 2019 году перед нами предстанет обновленный, красивый, уютный город, который не появится сам по себе. Можно в этой ситуации освоить деньги, но не сделать город. А можно вложить душу, добавить денег, и получится красивый, уютный, хороший день. Александр Рогачук подчеркнул, что распоряжение президента предусматривает более 30 проектов, а всего свыше 100 объектов будет построено. Мы провели ревизию всей проектной документации, которая у нас есть по всем объектам в городе. Мы те объекты, которые уже морально устарели, которые, возможно, уже и не нужны городу, отмели. И сейчас вот направили бюджетные деньги на актуализацию существующих проектных решений, на то, чтобы их пересчитать, на то, чтобы их переделать с учетом новых технологий и так далее, чтобы с весны начинать уже активную фазу строительных работ. Многие работы уже будут начаты и в этом году. Вот, положим, в октябре мы начинаем реконструкцию площади перед Дворцом культуры профсоюзов. То есть многие объекты важны уже начинаем в этом году как задельные объекты. Все объекты, которые включены в распоряжение главы государства, а их там более 30, это уже топ-30, да? Поэтому добавим к этому все городские наши объекты. В итоге получится порядка где-то 100, наверное, таких серьезных точек приложения, которые существенно изменят облик города. Сегодня в активной фазе корректировка проектного решения по строительству нового автовокзала. Мы проводим корректировку того проектного решения, которое было по автовокзалу. Оно делается в соответствии с поручением главы государства по его итогам посещения города Бреста. И однозначно это должен быть транспортный кластер, то есть он находится недалеко от железнодорожного вокзала. Поэтому идет речь о его размещении все-таки, скорее всего, на пересечении улицы Карла Маркса и улицы Орджоникидзе, в створе улицы Карла Маркса. И такая дальняя мечта, чтобы все-таки был подземный переход, тоннель туда, прямо на ЖД вокзал. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.